Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, являюсь предпринимателем. Видео свои выкладываю в 8 часов утра по московскому времени. Ну, а каждый день или не каждый, но это уже как, насколько хватит здоровья и сил. Почта на моем канале 250 рублей по России и от 700 за рубеж. Отправляю во все страны мира. Итак, хочу показать вам сегодня вот такую великолепнейшую коллекцию. И давайте начнем ее смотреть потихоньку. Давайте начнем, наверное, то, что на манекене, и потом дальше. Шикарнейший аквамарин. Это колье, созданное золотыми ручками Ирины Сергеевны Белецкой. Вот с такой серебряной фурнитурой. Полностью фурнитура в этом колье серебряная. И между бусинами тоже серебро родированное. Вот так. Бусины размером 10 миллиметров, длина колье 44 сантиметра, стоимость 5000 рублей. Еще аквамарин. Шикарная нить, 50 сантиметров. Идеально круглые бусины от 4,5 до 11 миллиметров. Вот, смотрите, аквамарин и со шторочками, и с включениями, и с радужкой. Вот так. Стоимость этой шикарной нити 9500 рублей. Замок серебро. Так, еще у меня есть вот такое роскошное колье. Называется «Дождь». Колье собрано из кристаллов аквамарина. Вот так. Его длина составляет 50 сантиметров. Смотрите, какого качество аквамарина. Стоимость, так, замок и фурнитура серебро, стоимость 7000 рублей. Вот так, сейчас я расправлю и покажу, как это, вот оно будет смотреться вот таким образом у вас на вашей шее. Красота, 7000 рублей. И вот это кианит в огранке ювелирного качества. Собран через мелкое серебро. Замочек тоже серебро. И цепочка. Стоимость вот этой нити 6000 рублей. Длина 43 сантиметра плюс 6 сантиметров цепочка. То есть идет под шейку. Так. Далее. А далее, ну, давайте с чего-то начнем. Начнем с самых бюджетных украшений. Итак, поехали. Это граненый фианит. Его длина составляет 42,5 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость этой красоты 600 рублей. Блестит, переливается невероятно. Есть у меня вот такой граненый гранат 1 миллиметр. Вот такой чокер. Смотрите.
Красота из красот. Длина его 42,5 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 600 рублей. Вот их у меня вот два таких. И вот такой цитрин. Это тоже чокер, 43 сантиметра длина. Цитрин в огранке, 500 рублей он стоит. Диаметр бусин 2 миллиметра. Так, это были самые бюджетные украшения. Так, теперь по вашим многочисленным просьбам. Пришли шерловые чокеры. Вот такой кубик. Смотрите, стоимость 1000 рублей. Пожалуйста, кто хотел, кто просил, кто заказывал, конечно, зрелище завораживающее. Вы знаете, вот шерл, он длина 42,5 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. 1000 рублей. Далее, вот такой разноцветный чокер из яшмы мукаита в ограночке. Вот так. 42,5 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 1000 рублей. Диаметр ограненных бусин 5 миллиметров. Есть у меня вот такой резной коралл. 8 миллиметров и 11 миллиметров. Ой, простите, 6 миллиметров и 10 миллиметров. Ограненный коралл, 42 сантиметра длина и стоимость 1000 рублей. К бусам есть у меня вот такой браслетик. Стоимость его 500 рублей. Вот он идет как раз, вот смотрите, на 17-17,5. Далее. Волшебными ручками Ирины Сергеевны была создана вот такая, вот такое колье. Это бирюза прессованная и сапфирин. Вообще, вы знаете, вживую красота, конечно, невероятная. Сорок шесть сантиметров, собраны через радированное серебро и радированный замок. Стоимость этой нитки 1000 рублей. Вот такие есть у меня два обсидиана диаметром 10 миллиметров. Это обсидиан радужный, это обсидиан, смотрите, солнечный. Вот он, вот или золотистый он еще называется. По 1000 рублей. Длина нитки составляет 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка, собранный через мелкое серебро. И еще обсидиан. Вот такая очень интересная ниточка, сборочка. 45 сантиметров длина бус и 1000 рублей стоимость этой шикарной нитки. Бусы сапфирин. Кто спрашивал, кто хотел, все, пожалуйста. Стоимость 1000 рублей, 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Диаметр бусин 10 миллиметров.
бусы с аметистом. Бусы из аметиста, простите, ради бога, собраны через мелкое серебро, диаметр 10 миллиметров, 44 сантиметра плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. 1000 рублей. Вот такие серьги изготавливает Ирина Сергеевна. Смотрите, хочу показать вот эти швензы. Вот они идут вот с таким щелчком. Стоимость сережечек 500 рублей. Вышла вчера посылка. Там идут серьги, вот такие груши с белым каучуком. Кто просил, ну, я надеюсь, в понедельник, во вторник посылка уже придет. Далее. Прозрачный, шикарнейший адуляр или лунный камень. Сейчас я его, наверное, вот так вот. Вот, смотрите. Вот его видно. Вот мерцающие нити. Вот они. Стоимость этого адуляра 2000 рублей. 44 сантиметра длина плюс 5 сантиметров цепочка. 2000 рублей. Бусы разноцветные из флюорита высочайшего качества. Флюорит прозрачный, разноцветный. Вот такая красота. 44 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Диаметр бусин 5 миллиметров. 2000 рублей. Чокер из ограненной шпинели 3 миллиметра. 43 сантиметра диаметр чокера плюс 5 сантиметров цепочка. 2000 рублей. Так, вот такие роскошные бусы из российского амазонита. Это галтовочка на убывание. 62 сантиметра бусы. 2000 рублей. Дымчатый кварц в огранке. Производство Россия. 12 миллиметров. Красота из красот. Бусины, смотрите, бусины натуральные, и они немножечко разные. Вот видите, это темнее со шторкой, это светлее, это еще светлее. Вот шторочка, вот она видна. Так, их длина 44 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 2000 рублей. Бусы из шикарнейшего розового кварца. Производство Мадагаскар. 10 миллиметров. Собраны через мелкое серебро. 44 сантиметра длина плюс 5 сантиметров цепочка. Стоимость 2000 рублей. К этим бусам у меня есть вот такие браслеты. Есть на с удлинительной цепочкой, ну, практически на любой размер. И есть на резиночке. Стоимость 1000 рублей. И серьги. Вот такая красота из красот. Сейчас я покажу замочек на серьгах. Стоимость сережечек 500 рублей. Смотрите, серьги просто... Вот они без щелчка, они просто доводятся пружинкой. Вот на них нет шпенечка. Смотрите, просто пружинка, просто зажимается. 500 рублей стоимость сережечек. Так, по такому же принципу замочки на серьгах с
великолепнейшим сердоликом, очень яркий, прозрачный. Сережечки стоят 500 рублей, те же самые замки. Браслеты. Вот это на большую ручку 19-20. И вот этот браслет на маленькую ручку с возможностью регулировки. 1000 рублей. И великолепнейшие бусы. Значит, вот эта красота. 6 миллиметров. Длина 45 сантиметров. Бусины прозрачные, светятся изнутри. Удивительный эффект свечения. Стоимость 2000 рублей. И есть у меня вот такие бусины диаметром 10 миллиметров. Собраны тоже через мелкое серебро. Стоимость их 2000 рублей. Хрусталь в огранке 12 миллиметров, 44 сантиметра плюс 5 сантиметров цепочка, собраны через, повторюсь, через серебро, стоимость 2000 рублей. Великолепнейшая огранка. К ним есть вот такой браслет. В данном случае браслет на 17-17,5, стоимость его 1000 рублей. Браслет можно сделать на любую руку. Если вдруг у вас возникла потребность что-то переделать, что-то увеличить, уменьшить, я имею в виду бусы и браслеты, внизу под моими контактами написаны контакты Ирины Сергеевны Белицкой. Напишите ей, и она поможет вам в осуществлении любых ваших фантазий. Вот такая шикарная нитка. Это хризопрас Россия. Стоимость его 3000 рублей. 53 сантиметра длина нити. Так, далее. Просто фантастические бусы из солнечного камня. Смотрите, смотрите, какая красота. Бусины диаметром 10 миллиметров, собраны через мелкое серебро. Длина бус 45,5 сантиметров плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Стоимость 3500 рублей. Красота, конечно, невероятнейшая. Так, есть у меня вот такой чокер. Это амазонит мятный. Вот так собран. Вернее, даже не чокер, а я бы сказала, что это колье. 44 сантиметра. И стоимость его 3000 рублей. Далее. Это аметист, розовый кварц и аквамарин в огранке. Собраны через мелкое серебро. Длина 45 сантиметров плюс 5 сантиметров удлинительная цепочка. Диаметр бусин 12 миллиметров. Стоимость 3000 рублей. К этим сказочным бусам у меня есть, смотрите, две пары серёг с аквамарином. Вот такая пара и вот такая. Значит, собраны эти шедевры с использованием только серебра. Камень дорогой. И вес одной серьги 8 грамм. Стоимость этой фантастики 1500 рублей.
Так, хочу показать вам. Так, сейчас я тут чуть-чуть, немножечко. Вот, смотрите, вот такой сказочный браслет на большую руку. 18,5, 19, 19,5. Представляет собой вот такой микс тигрового глаза, бычьего и соколиного. Стоимость этого браслета 1500 рублей. Вот так, с обратной стороны. Повторюсь, на большую руку браслет. Бусы с кунцитом. Из кунцита. Есть у меня вот в двух. Так, тоже чуть-чуть. Вот так. Смотрите, кунцит с эффектом кошачьего глаза. Вот его видно. Бусы диаметром 8 миллиметров. 44 сантиметра длина бус, собраны через мелкое серебро. Стоимость их 4000 рублей. К этим конкретно бусам есть у меня вот такой браслет. Стоимость его 2000 рублей. Вот видно, смотрите, вот он. Так, и есть также вот такие вполне бюджетные серьги. Значит, в данном варианте серьги стоят 1000 рублей. Вот они собраны вот таким образом. И швенза здесь родированная. Так, и есть у меня еще второй вариант кунцита. Камень дорогой, понятно. 44 сантиметра длина нити. Диаметр бусин 11 миллиметров. Стоимость 5000 рублей. Смотрите, к этим бусам у меня есть вот два вот таких браслета по 2500 рублей. И есть у меня вот такие серьги. Смотрите. 11 миллиметров. Фурнитура серебро. Стоимость их 2000 рублей. То есть кунцит есть в более бюджетном варианте и в дорогом. То есть все, пожалуйста. Вот такой браслет нашла. Кто у меня покупал бусы из цитрина с радужкой, пожалуйста, 1500 рублей браслет. И он идет на ручку 18,5-19. Вот так, смотрите, какого шикарного качества бусины. Вот кто-то у меня покупал. Все, пожалуйста. Вот остался вот такой браслет. Как-то я про него то ли не заметила, то ли забыла совершенно. Так, ну и в заключение хочу показать наш нефрит. Это восточно-саянское месторождение. Нефрит самый лучший в мире. Это так, без ложной скромности. Так. С эффектом кошачьего глаза. Это предложила наша добывающая компания. 8 миллиметров диаметр бусин. 44 сантиметра длина этой нити. Стоимость этих бус 4000 рублей. Нефрит прозрачный. Смотрите. Вот он. Вот так. Далее следующий диаметр бусин. Смотрите.
Вот он этот эффект кошачьего глаза. 8,5 миллиметров, длина нити 46 сантиметров, стоимость 5000 рублей. Так, и еще повторюсь, восточно-саянское месторождение. Вот так. Значит, вы можете найти по этому месторождению информацию в интернете. Месторождение закрыто. Последний раз у меня был этот нефрит 3 года назад. Ну и я думаю, что это из старых запасов еще кое-что пооставалось. Вот как-то так вот то, что удалось вот выпросить. Ну вот, вот то я вам предлагаю. 11,5 миллиметров диаметр этих бусин. Вот то, что я держу в руке. 43 сантиметра. Длина нити 6000 рублей, стоимость этого шикарного нефрита. Так, и есть у меня белый нефрит. Так, чуть-чуть вот так вот, вот покажу. Значит, его диаметр 12 миллиметров, длина нити 50 сантиметров, стоимость 7000 рублей. Торжественные великолепнейшие бусы. Значит, на белый нефрит и на монгольскую бирюзу у меня есть сертификат. То есть, пожалуйста, кто покупал, кому интересно, обращайтесь в личных сообщениях, я вам его перешлю. Так, 7000 рублей. И есть у меня вот такие два браслета диаметром 14 миллиметров. Вот так. Стоимость их 2500 рублей. Ой, простите, не туда глянула. Стоимость браслета 3000 рублей. Так, и длина 17,5, 18, по-моему, вот этот больше, по-моему, вот этот даже на 19 идет. Так, и к этим белым нефритам есть у меня вот такие серьги, созданные Ириной Сергеевной Белецкой. Стоимость сережечек 500 рублей. Так, ну вот на этом, наверное, я и хочу сегодня закончить наш обзор. Будьте здоровы, хороших вам выходных и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.